Наезд на пешехода. Данное происшествие произошло примерно в 10 часов дня по улице Баужана-Мамышлы. Владелец легковушки марки Audi C4 наехал на переходивших дорогу в установленном месте мужчину 33 лет и школьницу 7-8 лет. К счастью, ребенок отделался лишь испугом. Ну а мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. По словам знакомых пострадавшего, он отвел своего ребенка в детский сад и, возвращаясь домой, решил помочь девочке перейти дорогу. Но оказался под колесами авто. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Полицейские из Шымкента по горячим следам раскрыли угон авто примерно в 7 часов утра. На пульт 102 позвонил мужчина, житель улицы Гагарина, и попросил помощи. По его словам, ночью у многоэтажного дома он припарковал авто Мазду. Проснувшись утром, мужчина не обнаружил своего авто. В ходе оперативно-розыскных мероприятий вблизи пересечения улицы Громова и Павлова была обнаружена угнанная автомашина марки Mazda 626 модели. Но угонщиков рядом не оказалось. На место был вызван автовладелец, который узнал свое авто. Криминалисты сняли отпечатки пальцев и уже ведут поиски автоугонщиков. Примерно в половине восьмого утра на пульт 101 позвонил житель микрорайона Пахтакор, проживающий по улице Жибекжулы, и попросил помощи. По словам звонившего, в Чайхане возник пожар. На место были направлены 7 единиц спецтехники и 48 человек личного состава. Прибывшие на место пожарные зафиксировали, что огнем оказалось охвачено 624 квадратных метров территории Чайханы и 280 квадратных метров крыши. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пламя удалось потушить к 8 часам 15 минутам утра. Никто из людей не пострадал.